Здравствуйте. А скажите, я сюда попала. Я хотела бы передать гуманитарную помощь жителям Донбасса и Луганска, которые сейчас находятся здесь, в Подмосковье и вообще в России. Третьего февраля в городе Реутов открыли дополнительный пункт для сбора гуманитарной помощи для жителей из Луганской республики и Донецкой республики. В основном жители приносят питание, средства гигиены, памперсы для детей, для взрослых, зубные щетки. Сейчас есть необходимость в канцелярских товарах, в пластилине, в развивающихся игрушках, в играх, в командных играх. Необходимые продукты питания длительного хранения, соответственно, это и макароны, это тушенка, это и сахар, и печенье, и вафли, и чай, кофе. Ну, то есть без чего в первое время невозможно обойтись. А плюс еще тоже жители просим, чтобы приносили одноразовую посуду. Люди за 8 лет настолько настрадались, и им сейчас нужна обязательно поддержка. Может быть, кому-то достанутся игрушки, которые из магазина. А я вот решила связать своими руками и передать деткам, которые сейчас находятся здесь вот у нас в гостях. Даже не в гостях, пусть чувствуют себя как дома. Может быть, кто-то боится спать, обнимет кошку, и будет ей хорошо, и ребенку хорошо. Мы решили взять макаронные изделия, потому что все-таки макароны можно одной упаковкой накормить как можно больше, там, ну, на семью как минимум хватит. Я считаю, что помогать – это, в принципе, всегда полезно, хорошо и здраво. Нужно всегда в любой ситуации оставаться человеком и помогать ближнему. Хотелось бы оказать какую-то посильную помощь, быть милосердной. И так как мы ничего другого в данном случае сделать, наверное, не можем, кроме как вот приносить продукты и минимальные средства к существованию. Нужно понимать, что люди взяли с собой самое необходимое. То есть это документы и какие-то вещи на первое время. То есть, по сути, люди остались вообще без всего. Поэтому, конечно, мы будем и дальше оказывать помощь именно индивидуально и конкретно, в чем люди нуждаются. В штаб общественной палаты поступает информация из пунктов пребывания беженцев, которые находятся на территории Московской области. Мы можем мгновенно реагировать на запросы. По последним данным, на территорию Московской области прибыло около 2000 беженцев и ожидается еще 1500. Помимо жителей нашего города, помощь еще оказывают и общественные организации. Это региональная мусульманская община и еврейская община. Уважаемые жители, я хочу вам выразить свою благодарность за ту помощь, которую вы уже оказали. Спасибо вам огромное.